Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие». С вами я, Ирина Лизовая, Николай Александрович. В общем, мы в Максе идем в парикмахерскую «Барбарис». Ищем Тимульку с Катей. Где-то они здесь. Я последний раз здесь с Катей ходила. Тимульке мы покупали обувь. Не знаю, наверное, года полтора, наверное, назад. Только нет, сиди только и отдыхай. Слушай, Коля, здесь нету открытых с верандами, да, у нас тут? Я не знаю. Я тоже что-то не помню. По-моему, где-то была открытая веранда. Может, не здесь? Ну, видите, ничего не знаю, не ходим так. Так, а еще не пришли они. Они еще не пришли. Угу. Пусто. Пусто. Выросла капуста. Ну-ка, посмотрим. Видела 20 выстрелов, 200 рублей. Где? Тир. Тир? Пойдем посмотрим. У тебя уже зрение не позволяет стрелять. Посмотрите, да? Мужчина увидел тир, весь зажегся. Ну как так? Так. Ага. Ну что, бери ружо и выигрывай квартиру. Вы хотите призовую или беспризовую? Ну, призовая с призом будет. Призовая с призом. А что за приз? Я не знаю, как вы стреляете, сколько набьете. Один раз хотя бы попадете в чупа-чупс, да? 14 раз это идет утешительный приз, это будет цветок для малыш Чокопа и также Чупа-Чупс. Ну и так далее. 20 из 20 попадете, из всего списка выбираете. Сколько здесь хоть стоит-то? Если без призовая будут с этого, будет 200 рублей. Призовые идут за 250 и за 300. За 250. Ты что, рискнешь? Оно отличается тем по сложности. Ой, что... девушка, вы в кадр попали, ничего? Часы, что за часы? Часы там на витрине стоят. Видите? Около машинки часы. А, маленькие такие, да? Женские, короче, получается. Фляжку себе вон на рыбалку выиграли. Фляжка у меня есть. Лазерная указка. Уже такой. Фонарик налобный, фонарик. Кролик пушистый. Слушай, кролик пушистый. Ты хоть постреляй сначала. Да я посмотреть. А, посмотреть, стоит ли, да? За что биться будем. Хоть очки дали. Слушайте, ну... А все еще говорят, мужчина это... Это мужчина, это же взрослые дети. Увидел тир и все, все забыл, зачем пришел. Кукла. Кот электрический. Вон он стоит. Друзья, Коле обещали чупа-чупс, если он ни разу не попадет, то чупа-чупс все равно дадут, да? Если будете с этого, то в синюю рамочку там... Загораться мишени и вниз стрелять. Если за 250, там будет хаотичное загорание, будут загораться по одной мишеньке по очереди. За 300 рублей там же загораются все мишени сразу, стреляете в любую, какую захотите. 250 пока поймаешь. А сколько? Оно без времени. Оно просто надо ловить, что ли? А, ну да, конечно, в такую да ты попадешь. Ну-ка, это же надо поймать. Вот так ты смотри, какая. Потому что за 200 рублей. Так я и что и говорю. Отличается по этому. Слушай, по сложности, потому что... Можно хоть я посмотрю? Да, конечно. Вот это верхняя, малюська. Да. Батюшки, вот за 250 как раз и может маленькая сразу выпасть. Я первой мушки не вижу. Вторую вижу, первую нет. Попробуйте с этого. А если я? Что? Ну, посмотри, попробуй. Да, держи. Так ты поставь-ка, я посмотрю хоть это. Как надо приниматься? Я и это, и то мышки не вижу тоже. Что, уже можно стрелять? Нет, она выключена. Я вот вижу. Кто ребенок-то оказывается у нас, а? Я вот вижу. Она что, включайте? Она сначала оплатить? Оплатить надо. Я уже почти выстрелила, ты что, не оплатил? На, держи. Вам за 250 или за 300? Дальше продолжишь. 300 в этой. Давайте 250. Так нет, она без разницы, можете это за 250 и за 300. Она тоже призовая, да? Да. Ну,
Давай, стреляй. Может, чупа-чупс выиграешь. Какую? 250. Хорошо. Давай, я тебя буду снимать. Экранчик. Не надо меня снимать, позорище. Да ладно. На память. Ой, да. Я тебя не буду снимать, я буду снимать это. А где пульки-то? Там есть? Да, заряжем. Она уже заряжена. Только включить. Так, короче, надо пока загорится, да, стрелять. Да, сейчас загорится. Я... Вот это включу. Вот красным... Вот, который синий. Подожди. Здравствуйте. Сейчас загорится мишенька белым цветом. Я стреляю второй ряд слева. Вижу. Именно в серединку мишеньки. Следующую видишь? Давай, давай, стреляй. Снайпер. Еще на чупа-чупс даже не заработала. Мне кажется, такое чувство, что это уходит. Давайте я поставлю. Ничего страшного. Все. Ой. А я выиграла чупа-чупс вот так вот. Ты стрелять что ли будешь? Нет, а вот это тебя целый. Зеленая? Нет, нет, я... А, вот смотрите в дырочку. Дырочку. Через дырочку, вот мушечка. Ага. Смотрите через дырочку на мушечку, и мушечка наводится на серединку мишеньки. Вот видите, как на картинке? Вот сам кружочек идет, вот мушечка. Ага. А вот уже серединка мишеньки. Все, хватит. Пошли к внуку позориться. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Слушай, ну я же целилась, вот прямо вот я же видела ее. Почему я не попала? Короче, друзья, никуда я не попала. Коля один раз попал. Такое чувство, как будто специально прямо вот отводит, специально эта мишень. Потому что я ее прям вижу, точечку прям, я тютелька в тютельку. Вот сколько было, да, что почти попала. Так. Ну что? Ждем. Они ведь сразу с занятий. А, вон они идут. Вот они идут. У меня мои зайчики мои. Ой, уже с дедушкой идет. Уже с дедушкой идет. Все, уже дедушку нашел. Ты мой золотой малыш. Ай, ты моя умница. Привет, доча. Привет. Ты моя ласточка. Все. Все, дедушку за руку. Обрадовался дедушке. В общем, стоит на кассе уже почти все время. Тима тут же рвется, берет шоколадные что. Ага. Мать не отказала, ведь не нужно на кассе. Он же их не ест. Он пил свои. Да ты что? Он тогда помнишь? Да. Никогда такого не было. Бедный голодный малыш. Мы позанимались не 40 минут утра. Тимуля! Тимуля, с дедушкой идет стричься, да? С дедом идет. А бабушка у вас простреляла 250 рублей. В смысле? А вон там, в том теле. Да. Знаешь, как интересно. Мне дали чупа-чупс. А, 250 рублей чупа-чупс. За 10 минут. А, ну, разденемся пока. Может, примут, пока нет. Может, примут, правда? Нет, наши любят. Здравствуйте. Что тут такое интересное? Что тут такое, Тимуля? Машинки. Да, машинки. Раз сегодня его любимый парикмахер. Он в машинку садится, да? Да. Ух ты, ух ты. Ой, это твой дело, Вася, у меня. Доходим с года жизни. С года жизни сюда ходите? Да. Ну, я просто помню, как мы Кирюшу привели. А, я помню. Угу. Все? Что-то с кресла села, что, все? Тима, что-то феном боится. Кого боится? Фена. А фена боится? Угу. Пока вы его не фенчите. Так его мастер тренер, она уже знает. Только что, наверное, мусор, да, с ним? Тимуля, мы тебя подождем, да, мы тебя подождем, малыш. Да, скажи, я тоже твой любимый мастер даже есть, скажи, свой личный. Сейчас хоть посмотреть, поснимать. Я поснимаю ребенка. Он накрывался в прошлый раз. Да. Вот это мультики. Из мультиков да чего будем? Барбоскины, Трикота, Щенячий патруль. Что делается? Мультики.
Не знаю, может, фиксик? А нету Бубы? А, можно Бубу? Бубу. А, Бубу, хорошо. Ага. Да, все, тут у Тимофея. Ничего себе сервис. Да, да, я же говорю. Вот это да. Круто, что есть такая детская парикмахерская. Да вообще. На ребенка привез. Тима? Тима что-то недовольный. Что, долго будет? Можешь посидеть, вон стульчиков навалом. Если мы уйдем, занервничает, скажет, детка куда-то ушел. Был и ушел. Ну что, тут игрушечки всякие. Детишкам, да, играть? В детском мире. Чего? Может, вы сходите, купите сертификат на 2000 в детском мире. Ну, я посижу, у тебя, Коля, купишь, Коля? Сходишь, купишь? Чего? Сертификат на 3000 в детском мире. А где детский мир? Детский мир, откуда мы с Тимой вышли? Ну, здесь, на третьем этаже. Да, вот прям вот он. А почему? Видит. Кому ты что? Пароль помнишь? Кому-то хочешь подарить? Ну, это Саше от бабушки. Чей пароль? От карточки пароль помнишь? Нет, это куда? Запиши куда-нибудь. Что, шарик еще взял? Да, еще не своровал шарик, но не разрешили. Тимулечка мой, да. Верни давай шарик, то сейчас на машинке поедем. Мы подарили уже, шарик там идет. Спасибо большое, пойдем. Спасибо большое. Помашешь ручкой там? Ну так, кто машет, кто не машет. Пока-пока. Кто машет, кто не машет. До свидания, мы еще к вам вернемся обязательно. Пойдем. Поехали пока. На машинке. Пошли на машине пока. Сейчас дедушка будет на машинке Тимульке катать. Тут, оказывается, надо управлять. Я думала, дети сами ездят. А здесь надо управлять. Тима, поедешь на машинке? Ой, перерыва больше нет. Здравствуйте. А он... Надо будет прокатиться бы на машинке. Садись в машинку, иди, в любую. Поедешь на машинке? Да. На какой машинке поедешь? Вон на красной, наверное, да? Пойдем, на какую машинку хочешь? Пойдем. На какую машину ты будешь выбирать? Чёрт, давай, выбирай машинку. На какой поедешь? Иди с дедушкой. Деда, пойдем, сади нас на машинку. Он не знает, что можно. На чёрном, на Мерседесе? Ух ты! Давай пока бабушке шарик. Давай пока шарик. Давай, я подержу. Я подержу. Давай. Надо ему ручки на руль положить. Ну, давай, деда. Деда сдает на права. Деда сдает на права. Все, поехал. Все. Дедушка такой тоже детство вспомнит, смотрите. Деда любит его. Понятно, я его где-то. Конечно. Еще сегодня ожидал, да, сказать, ничего себе. Он давно просил меня, я управлять не умею. Машинку просил? Да. И сколько это по времени он кататься? 50 рублей, 7 минут. 7 минут? Ну, вполне, мне кажется. Ну, нормально, конечно. В парке Горчёва летом тоже такие машины, но не подороже. Он тоже как-то. Тима! В парке, мы тогда в детском парке, там не надо было управлять, там ребенка садишь и все, мы за Кирюхой бегали, это все было, он там как, ну ты поняла, еще и нос почесал. Конечно. Водитель. Тимуля, привет! Тимуля! Серьезный, серьезный, серьезный мальчик, да. Спиночку держит. Не говори. Ой, молодец, рулит, рулит. Коля рулит. Давай, давай, рули. Ты что, мать-то давишь своими? Детка. Дедушка довольна, мы большую машинку дали поиграть. Сейчас ДПС вызовем, будешь знать. Это тебе не той машинкой управлять, что дома маленький перевертыш, да? А там-то все углы собирали. Так ты куда все, тебе парковаться уже пора? Да, да. Все уже сюда, давай. Кати сюда. Давай, поедем. Давай. Заворачивай. Иначе не отберешься, смотри, бабушка. У деда Коли машинку не отобрать будет. Ой, как красиво. Все, молодцы.
Все, молодцы. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот еще чего? Пошли. Так, теперь, Кать, только ты его держи крепко там, сама, ладно? А, тут даже ой, тут еще и дверца есть, а мы-то тупые. Тут все как положено. Мы его ребенка. А ты возьми курточку и пойдем на эскалатор. Только ты его крепко держи. А может на лифте пойдем? Давай на лифте. Да вроде нет. Иди сюда. Пойдете на лифт тогда? А где лифт? Ой, я хочу вот это поиграть. Бабушку с дедушкой вывел внук в люди. А? Друзья, мы в Престо пришли. Тимонька, иди туда, ползи. Мы сейчас пошли с исходом еще. А ты его сюда, что ли, хочешь? Я думала, туда. Красиво. Здесь мы были уже с вами здесь, друзья. Чё? Да я уже была здесь, показывала. Мне вот эта стена нравится, конечно, вообще. Ты можешь меня сходить? Сходим. Шарик пока сюда положи, он никуда не денется. Мы сейчас вернемся. Хорошо, потом я... Чё, да? Шлаки, тетки, чайник где-то. Это поле наш идет. Видишь, как тут уютненько. Там Катя с Тимулькой сядут. Ты пойдешь туда? Туда пойдешь? Куда? В уборную. Ты пойдешь? Нет. К стеночке сядешь? Я? Почему я? А я сейчас просто уйду. Ты уйдешь? В уборную. А где Тимотеус? Тимотеус ушли в туалет. Он столько гулял, так надо в туалет-то сходить. Уютненько здесь просто, всегда уютно. Что творит? Он взял от меня, короче, потер. Волосок. Одуванчик, видите? Взял шарик, потер у меня вот так вот об свитер. И к Тимульке представляет. Мы так делали в школе. Да. Тима, я одуванчик могу. А ну-ка себе. А у тебя там нечего. У меня нечего подниматься. Еще же можно было раньше потереть. Понятно все с вами. Не будем ничего тереть, там нечему подниматься. Да, что-то два. А что мы такого сказали? Короче, что раньше... на голове вообще ничего не знаешь. Раньше можно было еще... А вы о чем подумали? Короче, дедушки новые. У дедушки сегодня день делает, игр. Да? То машинку катает, то он ничего не сбивается. Тимуля, я потом тебе, ты вырастешь, это видео покажу. Не, Тима, ты уже ждешь, скажи, дайте мне уже мои панкейки. Это показывает, что у Тимы стрижка. Да. Ты моя ласточка. Тут давно интерьер. Дедушка у нас, короче, взял меню. Выбирает. Крепкий алкоголь. Алкогольная карта. Вот. Алкогольную карту берет и говорит, что у нас пьют, кто там пьет-то? Пираты. Настоящие пираты. И как начался вот это вот перечислять, мне чуть там дрожка не хватило. Я заказал все по одному. Потом поняли, что позже этим самим придется, и все хранили. Милочку. Потом он понял, что ему не светит, что кто-то здесь ему подарит все по одному. И решил взять себе только пивка. А это ложка. Да, ложка для Тимошки. Ложка для Тимошки. Да, вот так. Ничего, друзья, надо иногда выбираться. То есть дома. Я как представлю, что мне дома потом приборку надо делать. Какую тебе там приборку делать? Надо. Мне тоже надо. Впереди недели она настижена. Давай я у тебя намою, ты у меня. Ой, нет, у меня площадь меньше, чем у вас. Я лучше у себя. Да и почище, скажи, да. Да и вообще можно не мыть. Неделя напряженная у нас опять, так что надо в нож положить. Я деду Коле говорю, я говорю, слышишь, Коля, говорю, побрейся, он говорит, еще чего надо. Таким тоном, знаешь, я сразу это... Думаю, не, ничего не надо. Городу отращиваешь, гламурную. Он говорит, что трехдневная причина, трехдневная щетина в моде. Станки у нас закончились, наш пакет. Держите, Матвей. Ну что, ждем, друзья, кушанье. Кушанье. Я не могу показывать, как мы будем есть. Это что там, яйца перепелиные? Одно, да. Два. Не, я вообще не буду. Зачем в ресторане показывать, как мы кушаем? Это мясо. Круто.
Деда Коля. Ну, на память останется. Деда Коля берет сырный суп. Катя, у Кати тоже сырный суп, я ее не показываю, зато я показываю чинульку. Ему заказали суп с лапшой, он съел только одну лапшу.